Всем привет, доброе утречко. У нас воскресенье, выходной, мы собрались в церковь. Не сильно хорошие мы прихожане, потому что ходим редко. Может, потому что далеко, а может, потому что отговорки все это. Кто хочет, тот ходит, и на дальние расстояния. Сегодня в церкви будет какое-то мероприятие, приуроченное дню Святого Николая. Будут что-то там для деток придумать, какие-то подарки. Может быть, Николай. Пойдем посмотрим, если будет что-то интересное, если смогу снять, покажу и вам. В церковь ехать нам минут 20. Нету поближе, ближе расстояний к нам, украинских православных и русских православных. Ближе нету. Это самое ближнее к нам. У нас сегодня около нуля, наверное. Прохладно, влажно. Здесь влажность всегда повышена. Ну, ничего не поделаешь. Пришлось одевать шубки. Шубу тут очень редко мы одеваем. И очень, ну, нету таких мест, чтобы куда-то ее одеть. Потому что если в машине будешь ехать, в шубе неудобно. А так, шофер есть, можно и в шубке посидеть. Все, увидимся, пока. Это наша церквочка тут в середине. Красивые витражи на окнах. Маленькая, небольшая. Людей сегодня совсем мало было. Человек 50. Все сидят здесь. Никто не стоит. Такие штучки. Подножки вот здесь раскладываются. Вот так на колени становятся. Книжечки можно почитать, взять. Так, тихо. Все ушли. I see that you dressed appropriately for the weather. We had some snow yesterday, or on Friday rather, and during this past week, we're so happy to have you, that, to see that it did not impede your visit. Ми були дуже раді, що ви прийшли, що сніг вам не перешкодив приїхати до нас відвідати. Я від нашої цілої громади щиро вас вітаю. Громада, напевно, хотіла почути привіт від вас, привітати нас усіх ваших ласкавим словом. Hello, everybody. Merry Christmas to everybody. Merry Christmas. How's everybody doing today? We're fine. Very good. I'm very happy to have you. The weather hasn't been too pleasant to me. I was a little late today, but that's okay. Hopefully the seasons go well, no matter where you are in the world, whether here or opposite side of the planet. It's a very special time of year this year, because we finally get to see a time of year that doesn't show too much light. And like Christmas lights, they illuminate houses, show us towards the light. So it's glad we see everybody here towards the light. And hope everybody enjoys the rest of the holiday, no matter if you celebrate the 25th or the 7th. But I wish everyone very, Merry Christmas. And all the little kids, I know everybody's been good this year, at least some more than others, but that doesn't mean nobody deserves to get nothing. So anyway, who wants to begin the process with the gifts? Because I have brought something very special in my additional bag. Do we have any volunteers to help out St. Nicholas? A bit smudged. We'll come back. Санта Клаус. Раздаю подарки. Александра? She was here. She's not here. Accepting on behalf of Alexander. Пані Марка. Ну, бабки поделили подарки на детки. Бабушки забирают подарки. Mara. Mara.
служба закончилась, празднество закончилось. Мы выходим, едем домой. Парковочка здесь небольшая. Вот такая. Каждый со своей машинкой приезжает. Мы на своей. Поехали домой. Вот и прошел наш день в церкви, наше посещение. Встретились с нашими земляками. Порассказывали, женщины делятся со своей жизнью в Америке. Не у всех тут все так гладко, как оказывается. У каждого свое. Америка не всем легко дается. Особенно если люди приезжают сюда без образования, нужно работать. Одни сидят с бабушками, другие по уборкам, третьи еще кто чем может, тем зарабатывать. И вот так на вот таких встречах каждый делится как бы своими наболевшими вопросами, своими как бы проблемами, ищет у кого-то, может быть, какой-то поддержки со стороны земляков, со стороны людей, которые разговаривают на родном языке. Мы проезжаем тут райончик такой странный, интересный. Вот дома сгоревшие тут. Очень близко дом возле дома, и потому хорошо, что еще не сгорел, возле него рядом стоящий. Очень близко, на расстоянии метра дом от дома. Так что вот такие дела. Возвращаемся домой. Купили рыбу, купили салмон. Салмон, как они тут говорят, не салмон, а салмон. Будем сейчас в духовочку. Забацаем салмон. И будем ждать понедельника. Опять понедельник. Опять работа. Но работать надо. Все, всем пока. Хорошего дня и настроения. Бай-бай.